В Доме культуры молодежи областного центра состоялось награждение победителей и призеров конкурса «Самая красивая деревня Владимирской области». В этом году в нем приняло участие рекордное число деревень и сел – 47. Это очень здорово, потому что практически вся область включилась в процесс, наверное, не столько определения лучшего, сколько показать, насколько у нас красиво жить на селе, в наших деревнях, селах и поселках. Поддержал Вячеслава Картухина и заместитель губернатора области по сельскому хозяйству Александр Трутнев. Он уверен, конкурс развивается в лучшую сторону, но самое главное – село продолжает жить. Люди готовятся, люди стараются, люди привлекают специалистов, которые украшают населенные пункты, украшают улицы, убирают улицы. Ну, то есть все готовится, ну, готовятся все люди к тому, чтобы хорошо провести свою деревню, показать свою деревню, рассказать о своей деревне, о своем населенном пункте. Это очень интересно, очень важно. В этом году спонсоры самой красивой деревни Владимирской области выделили на награждение 1 000 000, поэтому ни один из населенных пунктов без призов не остался. Гран-при конкурса в размере 100 тысяч рублей в итоге выиграла деревня Вежбелово Собинского района. По 50 тысяч получили деревни Куницыны и Тургенева Камешковского и Меленковского районов соответственно. У них первые места. 30 тысячами за вторые места наградили деревню Матвеевка Сильвановского района и поселок Головино Судогодского. По 20 тысяч выдано селам Снегирева Кольчугинского района и небылое Юрьев-Польского. Максим Палагин, Александр Горшков, Губерния 33.